Итак, дорогенькие, всем привет. На барахолочку сейчас. На часочек. Посмотрим, что там есть. Саня уже там. Так что будем смотреть. По магазину. Движуха есть. Люди заходят потихонечку, что-то приносят. Вчера паренечек заехал, купил монеты. Банкноту ему подарил. Ну, в общем, движуха потихоньку есть. Так что отвечаю сразу на вопрос. Все хорошо, все идет постепенно. Вот, сейчас глянем, что да как. И уже покажу вам покупочки. Вчера сбросили мне знак один. И я обозначил цену, определил. И человек пишет: да, торги сейчас слабые, подождем. Вот, подождем на сколько? Года лет на 5. Ну там ценники, ну 2 500 3. Подождем до которого периода. Ой, в общем, такие у нас тоже есть, ребята. Что мы ждем, я не знаю. Действовать надо. Ну, подождете вы 5 лет, что изменится? Да ничего. Хороший знак, но там по эмалям проблемы. Интересный, довольно-таки редкий. Цифры хорошие. А, ребята, Манек заезжал, Саня. Саня, привет. Привез монеток классных, альбомчики, так что заходите. Героев Харькова 30. В Телеграме у нас бесплатно вы можете продавать товар. Пожалуйста, заходите тоже. На Виолете также есть магазин, 1300 лотов постоянно. И еще одна монетка, я вам покажу. 10 Ори Швеция 1861. Довольно-таки редкая, в Украине вообще ее нету. Сейчас на аукционе выставил. И по поводу 20 копеек 70-го, люди говорят, что пишут: напиши, за сколько она продалась. Пока ценник 2000. Но, ребята, я же никуда не спешу. Ее уже проходы до 5000. 2 3, 4 нумизмата сказали, что монетка тоже оригинальная. Для чего я это сделал? Не потому, что я не уверен в этой монете, в ее подлинности, а потому, что правилами аукциона это желательно сделать. Потому что если потом начнутся спорные моменты, тебе зададут вопрос: а вы ее выставляли на определение на форум? Только поэтому. А так я в ней уверен, потому что это моя не первая двадцатка. Продана уже, ну, штук 10, это минимум. И коллекция, вы помните, уже рассказывал, 1100 продано редких. И 27-го, и 10 копеек 44-го. И, по-моему, вот я не 34-й у меня был. И 5 копеек 27-го, не одна. И 15, и 20 70-го, и 5 копеек 90-го. Поэтому огромное количество монет было. Довольно-таки. Поэтому я увидел, что монета оригинал. Там и по цифрам, по гастам, по всему. Ну вот как-то так, друзья. Чуть-чуть не выспался. Сейчас поедем посмотрим, что у дяди Вити. С Аней поздороваемся. Друзья, ну что, на барахолочку к дяде Вите 11 кусков. 11 тысяч. 11... Гривосей! О май год! Посмотрите, что сейчас будет твориться. Дядя Витя, мы идем к вам! Так, друзья, сейчас, наверное, вот эти 3 заберу статуэточки. А ну-ка, отними. Ну что, ребята, с барахолочки мертвая вообще ничего. Даже не хочу вам показывать, что какие там покупки. Их практически нет. Хотел купить 3 статуэтки и отказался. Не хочу. Ну ничего, и такое бывает. Сегодня так, завтра эдак. Самое главное, не падать духом. Товара уйма, просто уйма. Вчера проданы значки,
бусы, духи, часы, монеты, банкноты. Ну, в принципе, нормас. Саню видел мультика. Так что как-то так.